Гостевой дом «Версаль-2» расположен неподалеку от прибрежной зоны Черного моря в городе Адлер. Номерной фонд состоит из 48 просторных и светлых категорий, оснащенных удобными кроватями, эргономичной мебелью, сплит-системой, личной ванной комнатой с туалетом и душем. К услугам гостей – круглосуточная стойка регистрации, стиральная машина за отдельную плату. Есть бесплатный Wi-Fi. В гостевом доме имеется своя столовая. Также поблизости находится кафе «Руссо Туриста», «Морская звезда», «Славянка», «Паб Медуза», ресторан «Романтик». Расстояние до аэропорта – 4,8 километра, до ЖД – 3,2 километра. В пешей доступности общественный пляж и парковая зона. Размещение детей до 3 лет в номере бесплатно. Ранний заезд и поздний выезд платные. Возможно только при наличии свободных мест. Регистрация заезда с 14 часов ровно, регистрация выезда до 11 часов ровно, доступен трансфер за дополнительную плату.